Давайте 2000 гривен. Нет. Сейчас ребенок расстроится, плакать будет. Так нельзя делать. Давай 2000 гривен, нормально будет? А? Чего? Ну просто это реквизит, понимаешь? Мне надо его... Нет, не отдавай. Нет. Мне надо забрать этот телефон, потому что это реквизит. Так же не будет. Давайте вызовем полицию и выясним все отношения. Все, нет. Подождите, мне надо забрать телефон. Ну, можете мне это, пожалуйста? Она расстроилась и сейчас заплачет. Ну нельзя так издеваться над людьми. Смотри, девушка, я не знаю, это реквизит. Реквизит. Можно я заберу телефон реквизитный? Я вам за это дам 2000. Вы вообще стояли, у вас как бы, ну, ничего не происходило, правильно? Я вам по факту только что, ну, как бы, даю 2000 гривен просто с нихера. Ну нет, вы нам подарили телефон, значит, подарили. Ну, это видео было, это розыгрыш, просто розыгрыш. Нет, мы таких розыгрышей никаких не участвуем, нет. Так перестаньте, вы что, не понимаете, что я вам говорю, что это был розыгрыш? Я вам просто сейчас, вот застоите, у вас ничего не было, даю 2000 гривен, все. Нет, мы так не согласны. Представьте, что ничего нет, тут нет телефона. Это макет, не настоящий. Ну, не настоящий. Мы сейчас и посмотрим, настоящий или нет. Нет. Я говорю, вам надо проблемы решать. Дайте, пожалуйста, телефон, чтобы мы нормально разошлись. Я вам сейчас 2000 переведу на карточку. Дай, пожалуйста, телефон. Нет. Подай телефон, пожалуйста.